Сады России представляют секреты северного бахчеводства. Одна из основных проблем при выращивании арбузов – это сильное повреждение фузариозом. Правильнее сказать, фузариозным увяданием. Вообще, вот если говорить, скажем, о приусадебных участках, то фузариоз – это серьезнейшая проблема. Фузариоз есть буквально на каждом участке. И есть две культуры, вот арбузы и астры, которые повреждаются этим опасным грибковым заболеванием в первую очередь. На участках, сильно зараженных фузариозом, выращивать астры вообще невозможно. Только дело доходит до цветения, на растении появляются черные полоски, листья начинают увядать, и растение через там, несколько дней погибает. Примерно такая же картина наблюдается и на арбузах. Но, оказывается, даже неустойчивые культуры к фузариозу, те же арбузы, можно выращивать. Причем выращивать даже в условиях прохладного климата, где фузариоз зверствует особенно сильно. Ну и в частности, вот эта грядка арбузов, она выросла на Урале. Сейчас конец июня, а здесь уже, в общем-то, очень хорошие намеки на урожай. И это при том, что в этом году на Урале стоял очень холодный май. Июнь, половина дней стояла с температурой ночной ниже 10 градусов. Шли интенсивные дожди, и по идее вот этой грядки быть не должно. Так почему же вот эти арбузы здесь выросли? А секрет здесь очень простой. Дело в том, что при закладке этой грядки почва была оздоровлена. Была оздоровлена одним из лучших в России природным фунгицидом. Она была обработана препаратом из серии Stimix фитостимом. Фитостим применялся на этой грядке всего два раза. Он применялся под перекопку почвы и он применялся в момент высадки рассады. В принципе, фитостимом можно воспользоваться еще раз. Мы берем фитостим, буквально столовая ложечка на 10 литров воды, проливаем грядку, проливаем и корневую систему, поливаем по листьям, потому что фитостим обладает системным действием, он способен проникать вглубь растения и вызывать защитную реакцию. И все. И вот эта грядка, она защищена от основного заболевания арбуза, от фузариоза на 100%. Урожай здесь гарантирован. И это при том, что эти арбузы растут на Южном Урале, там, где они, по идее, расти не должны. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.